Максим Пестушко вновь тренируется на льду динамовской базы в Новогорске. Эту новость большинство болельщиков восприняли с воодушевлением. В предыдущие годы он был одним из ведущих нападающих «Динамо», и неудивительно, что до сих пор удерживает второе место в списке снайперов нашего клуба. Очень рад, во-первых, что «Динамо» мне дает еще один шанс вот, проявить себя, помочь команде, чем смогу. Поменялось пока, конечно, не понял, в принципе. Половина ребят я знаю, тренерский состав знаю хорошо, да, обслуживающий персонал, то есть для меня здесь ничего нового, поэтому думаю, как можно скорее вольюсь в коллектив и начну помогать команде. В принципе, очень много кого я, с кем я, так скажем, последний год вот играл в «Динамо», это и Илья Никулин, и Вишневский, Миронов, Еременко, то есть и ребята молодые уже тогда, там и Алексеев, и Брюквин, и Гумнов, то есть подходили. Поэтому я говорю, пол состава, я, половина команды, я уже хорошо знаком с ними. Вообще, это уже третий приход Максима Пестушко в московское «Динамо». На сегодняшний день у нападающего 229 игр в составе бело-голубых, в которых он набрал 132 очка. Для него и клуб, и болельщики далеко не чужие, как и главный тренер. Приглашение в «Динамо» Пестушко получил лично от Владимира Крикунова. Я очень рад, что именно Владимир Васильевич, да, был инициатором моего приглашения сюда. Поэтому, да, и он меня знает, и я знаю его требования. Вот. И я знаю, что, в принципе, он ребятам вообще доверяет. Он умеет доверять ребятам, то есть он и ребята это чувствуют. Поэтому я думаю, что должно многое поменяться в команде с его приходом. Он у меня начинал играть, я его взял с молодежной команды в Нижнекамске. Это было первое звено, когда в Нижнекамске была хорошая команда, да, Гробовский, Пестушко и Коньков. И они в тот год, когда я был здесь в московском «Динамо», я никого же не брал оттуда с Нижнекамска, их там оставил, они без легионеров, без всех, а тогда же локаут был, да, у нас-то было, были легионеры, приходили, уходили там, и кроме того были и другие НХЛовцы еще. Ну, Дацук, Марков, я имею в виду. Вот, а они вообще там без легионеров спокойно пробились тогда в восьмерку. Кстати, и на нас попали. Мы были первые, они были восьмерка. Поэтому он игрок, в принципе, как бы известный мне давным-давно. И в «Динамо» его знает, он тоже много играл. А у нас есть дефицит на таких, на опытных игроков. Молодые, все хорошо, но им нужно время. В «Динамо» Пестушко вернулся не доигрывать, наоборот, на него всерьез рассчитывает тренерский штаб. Потребуется время на адаптацию и на то, чтобы найти свое место и в раздевалке, и на льду. Но думается, что такой опытный боец, как Пестушко, с этим справится. Готовиться самому – это немножко другое, то есть физически я чувствую себя, в принципе, нормально, но игровой ритм его, к сожалению, только через игры он набирается. Вот поэтому, дай бог, что с первых игр сразу почувствую игру. Вот. Ну, конечно, будет тяжело, но дай бог, чтобы все быстро набрал форму. Форму набирать надо, и делать это необходимо всем и уже сейчас. Верим в команду и ждем только побед.